Здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео мы с вами поговорим про ГК, баны, про читеров, ну и в целом, что происходит. Происходит следующее. Картошечка оперативно хайпанула, такая вот тема интересная, то, что там клан Фрид стримил с читами там или типа того. Люди все это как бы взвинтили, эта тема разошлась в массы, разработчики такие: ага, эта тема у всех на слуху, значит, надо действовать. Берет и действует. И буквально там то ли за день, то ли за два, я не знаю, очень быстро они проверили всех игроков, которые играли на ГК, которые даже не попали в Аллею Славы и сыграли меньше 5 боев, всех проверили. Проверили они 222 411 игроков, и из них играли с читами 22 643 игрока. Ну и что? Они забанены, все, до свидания. А все что? Кто-то спалился, кто-то распиарил эту тему, и понеслось. Но не нужно винить сразу этот клан Фрид или еще кого-нибудь. Пусть читеры винят сами себя. Почему? Потому что столько палиться, сколько они палятся, каждый ивент, каждая ГК, да они палятся везде со своими читами, а потом они придумывают отмазочки и пишут такие комментарии, когда их забанят. Я давно играю с читами, я ждал этого бана, просто хотел бросить игру. Что ты за такой человек, который не можешь контролировать сам себя и бросить игру? И придумываешь сам себе отмазку, обманывая окружающих и сам себя, что ты не можешь бросить игру и для этого устанавливаешь читы? Ты вообще человек с мозгом или что ты такое? Ты сам себя не контролируешь? Или вот этот комментарий интересный? Я 48% нагибатор. Рвали с кланом 50% плюс. И меня забанили. Уже нельзя понагибать статистов. Я потел 2 недели на ГК, получил бы танчик, но меня забанили. То есть человек вообще не одупляет, что в игре есть правила и их нужно соблюдать. Все игроки должны играть в равных правилах. И результаты, которые достигнуты с какими-то читами и запрещенными способами, это бред. Зачем вообще тогда находиться в игре, если в этой игре результаты ничего не стоят? Поскольку кто-то играл с читами и получил этот результат более проще, а кто-то в реальную сложность потел. Так как потели все. Ну я же играл только без кустиков, они мне просто мешают. А мне что не мешают? Я 5 лет в эту игру играю с этими кустами и всей этой херней. Я вообще ни хера не вижу. Ну я же не бегу сразу с соплями. Вот спитик, убили мне кустички, я ничего не вижу. Все нормальные игроки изучают кусты, рельефы, дома, здания, всю эту херню. И играют с кустами, потеют, тренируются, играют, добиваются сами своего результата. А кто-то просто придумал для себя какую-то отмазку и пошел установил читы. Причем эти отмазки иногда довольно-таки смешные. И разработчики сделали все правильно. Эта новость получила резонанс, они под весь этот шум взяли и всех рипнули. Вот и все. Это должно было случиться еще раньше. Как по мне, каждый ивент на ГК надо банить читеров. Вот в принципе и все. Кто-то потеет в реальную силу, а кто-то потеет в более простую. В принципе, опускаться до такого, что устанавливать читы, это самое низкое, что можно сделать в игре. Я лично играю для того, чтобы самому достигать каких-то результатов в игре. Чтобы я ценил этот результат. Чтобы я чего-то добивался, и это имело какую-то ценность для меня. Откладывалось у меня в воспоминаниях, и я этим не то чтобы гордился, но хотя бы мне это приносило какой-то интерес и удовольствие. Зачем мне еще сильнее понижать сложность моих результатов? Я их тогда ценить вообще не буду. Тем более World of Tanks — это очень простая игра. Если она для вас сложная, вы сами для себя придумываете отмазки почему. Это лично мое мнение. Да, она требует больше времени и выкачку своего скилла, чем возможно какие-то другие игры. Но это не значит, что нужно опускаться до читов и придумывать себе дебильные отмазки. Да, World of Tanks — это по-своему какое-то казино, но казино со своими правилами. И так или иначе, за большое количество боев видно, кто в этом казино настоящий игрок, а кто так, просто присутствующий в игре. И в этом весь интерес — самому достичь самого низа, самого верха.
Это лично мое мнение, вы можете не соглашаться. Но на мой взгляд, так оно и должно быть по-нормальному. И даже слабым игрокам, когда они чего-то в бою достигают, им по-своему интересно и приносит это удовольствие. Еще скажите, что это не так. Просто кто-то реже достигает этих результатов, а кто-то чаще. Потому что он в этом казино чаще выбирает ряд последовательных правильных действий и получает этот высокий результат. А кто-то реже выбирает ряд последовательных правильных действий, поэтому он реже получает высокий результат. А те люди, которые придумывают отмазки, честно говоря, никогда не уважал читеров и никогда не буду их уважать. Поэтому пусть катятся в бан. Они и дальше будут продолжать выдумывать себе какие-то отмазочки. Хотя сложно признать, что они просто слабаки. Еще забанили парочку официальных модераторов Wargaming, 3 человека, и около 30 супертестеров. Прикольно. Боже, это просто забей. Люди вообще палятся и вообще с этим ничего не делают. Как не стыдно в такую простую игру играть еще и с читами. Вам самим-то вообще не стыдно? Наипростейшая игра, в которой просто за нахождение в любом ивенте, просто ты время в нем отбыл, и ты получаешь все награды максимальные. Не получая только тот, кто не посидел, не побыл время в этом ивенте, тот и не получает. Неужели без читов вы бы не получили этот танчик? Просто побыли в каком-то кланчике, бои поиграли. Это так просто, это ничего сложного не было. Может быть, если вы вообще слабый игрок и находитесь в слабом клане, но тогда вам и не положено танчик. Вы просто слабые. И не нужно искать какую-то отмазку в ком-то другом. Ищите все причины в себе. Да, конечно, там сейчас понаставят эти обиженные дизлайчиков, что меня забанили, вот ты такой умник. Да, я умник, я играю без читов уже 5 лет. И не собираюсь с ними играть. Да, у меня не самый высокий ВН-8, не 4000, не 5, а всего лишь 3200 с чем-то. Да, у меня не 70% побед, а 61. Но я не побегу ставить читы просто потому, что я хочу чуть больше циферок. Если я хочу чуть больше циферок, надо самому больше потеть. Стараться, больше старания. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.